дня, шановні глядачі. Як завжди, по понеділках ми вам зичимо доброго здоров'я. В ефірі програма «Це вас хвилює». І ми з вами говоримо про здоров'я. Сьогодні говоримо про здоров'я наших дітей, а саме першачків, які рушають до школи. Я думаю, що всі вже наприкінці літа зібралися, все придбали і тепер думають, як же воно буде. Особливо зі здоров'ям наших дітей, які відвідують або вперше загальний колектив, або вони вже були в дитячому садочку, а все одно повинно їх здоров'я прилаштуватися, організм до нового режиму. І з цього приводу нас консультуватиме сьогодні наш гість, це Світлана Ганжа, завідуюча шкільно-дошкільним відділенням міської дитячої поліклініки номер 3. Доброго дня вам. Доброго дня. Я рада вас вітати. Я думаю, що ви сьогодні багато інформації донесете до батьків-першачків, які переживають і за навчання своїх дітей, і за здоров'я своїх дітей. Адже не дуже хочеться, щоб таке свято, як 1 вересня, всі готуються. І потім закінчилось тим, що наші діти почнуть восени просто хворіти, замість того, щоб здобувати знання. Я постараюсь. Отже, на етапі підготовки до школи, що повинні врахувати батьки для того, щоб оцей період входу в шкільне життя був якомога без проблем пройшов? Ну, конечно, первый раз, первый класс – это очень ответственный и сложный процесс, который можно сравнить даже с стрессом. Это социальный стресс, это построение новых отношений с новыми детьми, которые придут в школу, как-то приспособление найти себе друга или подругу. Вот. И, значит, отношения с учителем – и принятие каких-то новых правил, потому что уже такое свободное поведение у ребенка, так как он проходил в школе, или, то есть дома или в детском саду, тоже это внедут. Тут особые будут правила. Стресс тоже есть еще. И интеллектуальный, то есть это получение новых знаний, которые ребенок, пусть даже они в детском дошкольном учреждении получали какие-то знания, то тут уже, конечно, они усиливаются и, может быть, будут другие. Вот. И иммунологический тоже стресс для организма. Это ребенок 6-7 лет, он очень быстро растет в этот период. Это период такой, который и увеличивается вес, и изменяется сердечно-сосудистая система, вот, и поэтому нервная система, и поэтому ребенок может быть и раздражительный, и непоседливый, то есть какие-то изменения. Изменяется поведенка взагалі. Конечно, так? Конечно, потому что идет перестройка организма. Это декретированный возраст, вот, который нужно его пережить. Это называется. Тобто, якщо батьки можуть сказати в цей період, що деякі не взнають свою дитину, так? Да, это называется, яка була... да, физиологическая буря, потому что здесь она может длиться от 2-3 недель до, даже у некоторых детей, до полугода. То есть у кого немножко такая расшатанная нервная система, и ребенок сразу не концентрируется, то, конечно, это удлиняется этот период, этот срок. И, конечно, это нужно хорошо и правильно все это пережить, с терпением, самое главное, вот, без криков, без всяких стрессовых ситуаций, которые вот, вынуждает ребенок это произвести, понимаете? А все ж таки, от 6 чи 7 років, я розумію, що вже ті діти, що йдуть до школи, вони вже йдуть. Але, можливо, батькам першачків на наступний рік все ж таки легше дитина переживає ці стреси в 6 років чи в 7, чи це індивідуально? Стресс переживает меньше, конечно, ребенок 7-летний. 6-летний он еще, будем так говорить, в дошкольном возрасте. Поэтому он хочет еще и играть, и просто встать и уйти с урока, потому что я устал, я вот и не хочу уже на одном месте сидеть. Потому что они еще не очень совсем готовы физиологически. Может быть, умственно многие дети, конечно, и готовы, потому что и читают, они и считают, и даже пишут. И бажання вчитися є, так? Да, да, да. Но не у всех это происходит, это единицы, будем так говорить, очень мало.
Вот. Но все-таки, конечно, это нужно пережить, опять-таки повторяю, чтобы не раздражаться, не какие-то такие крики какие-то, чтобы ребенок сказать, ну, себе зарубить, что это норма. И поэтому нужно этот период пережить. Но для того, чтобы ребенок хорошо, правильно все это пережил, нужно правильно составить режим дня. Режим дня – это, конечно, очень основное в поведении ребенка, потому что у него должно расписано быть все по времени. Змінюється взагалі вид діяльності, починається навчання. Якщо раніше дитина ходила до садочку, так, в неї там був свій розпорядок. Да. Тепер вже геть все інакше. І як батькам правильно поступити? От правильний режим – це перше – сон. Сон має бути 10-11 часов. Вот. И возможен дневной сон. Если ребенок пришел со школы, и вы видите, что он уставший, то ничего страшного, нужно, можно положить его отдохнуть. Час-полтора, не больше, в принципе. Вот. Дальше физическая нагрузка. Физическая нагрузка заключается в том, что нужно обязательно проводить утреннюю гимнастику. Это будет зарядка на весь день. Работают мышцы, работает иммунная система. И не нужно бояться поднять ребенка на 15 минут раньше для того, чтобы он провел правильную утреннюю гимнастику. А утреннюю гимнастику – это очень просто. Руки помахали, ногами помахали, поприседали, понаклонялись. Вот вам и утренняя гимнастика. И организм прокинулся. И организм прокинулся, мышцы заработали, иммунная система заработала. Ребенок идет умывается, ребенок идет кушает обязательно, завтракать надо. Потому что при нагрузке в школе уже он начинает работать, умственная идет активность, и ребенок очень много теряет энергии. Uh-huh. А пополняється енергія у нас – це пищей. А який такий правильний сніданок для першачків і взагалі школярів? Чим правильно будувати? Ну, я вважаю, що правильно, звісно, це овсяна каша. Во-первых, вона збільшує кишечну активність. Вот, и ребенок, у него работает и кишечник, то есть это кишечник, это зеркало иммунной системы, поэтому она работает, каша. Можно сделать и яйцо можно отварить, вот, но вкрутую обязательно. И, или можно кусочек сыра, кусочек мяса можно положить к этому гарниру, к овсяной кашке. Потому что белок – это основное, которое может поддерживать все наши функции. Це особливо має бути дуже багато. Скільки об'єм цього сніданку має бути? Об'єм 200 грам. Ребенку 200 грам кашки. І кусочок небольшой. Ну, це не то, що там на весь кусок хлеба там сделать сыр или колбаса і сосиски, сардельки. Я категорически запрещаю. Потому что так как там очень много добавок, и мясо там, наверное, только пахнет. Uh-huh. Вот, поэтому на завтрак сосиску или сардельку давать ребенку ни в коем случае нельзя. Лучше он съест пусть побольше каши. Вот и все, если у вас нет. Питний режим якось впливає на здоров'я? Пиття? Ну, конечно, в день ребенок должен выпить от литра до полутора литров. Этого возраста я имею в виду. Вот. Значит, чай он, конечно, утром попьет. С собой обязательно можно охлажденный чай. Да, то есть или налить, и он охладится, пока ребенок будет в школе. То есть он будет комнатной температуры. Вот. Или сок, или просто воду фильтрованную. Это не имеет значения. Но с собой обязательно пол-литра он должен взять с собой в школу. А потом уже все остальное он допьет уже, когда придет со школы. Так, значит, дальше что? Прогулки на свежем воздухе. Прогулки на свежем воздухе обязательно. До 2-3 часов в день. И, значит, потом приготовление уроков, если будут, ну, задавать, конечно, в первом классе сейчас они как-то меняют тактику. Задают, так. Да, не задают. Но, может быть, будет задание. То уроки лучше делать с 16 часов до 18. Это самая мозговая активность. То есть ребенок до этого времени в школе, потом он отдохнул, может быть, он поспал, погулял.
на свежем воздухе. Вот. И не сидеть у телевизора мультики смотреть или у компьютера. Вот. А обязательно, может быть, какая-то секция будет. Записать можно в бассейн, какие-то спортивные секции. Тобто це дитина повинна порухатися, так? Конечно, конечно, конечно. Ну, она и будет двигаться, потому что у детей энергия берется неизвестно откуда, нам не понять, но в принципе, что ребенок, конечно, он, они подвижные дети в этом возрасте, им хочется двигаться, они на одном месте не могут сидеть, поэтому в первом классе уроки идут 30 минут, вот, и потом перерыв. Так, значит, теперь я хочу поговорить о профосмотрах. Профосмотр проводится в поликлинике узкими специалистами. И заключение уже делает ваш семейный доктор, который находится в ваших амбулаториях, куда вы относитесь. Значит, профилактические осмотры – это узкие специалисты. Хирург, хирург-ортопед, который смотрит осанку ребенка, плоскостопие или там какие-то изменения стопы, потому что это все зависит от того, что как ребенку может быть до этого назначить массаж или лечебную физкультуру для того, чтобы ребенок был подготовлен. И, ну, и в течение, конечно, этого года можно, потому что ребенок начинает сидеть, писать, кривится так, кривится эдак. А как измена стопы может повлиять? Это влияет на физкультурную группу. Может быть, ребенку нагрузка такая не будет нужна. Но в первом классе еще такая физкультура, которая, я считаю, что можно выдержать все выдержат. Да. Вот. Единственное, что там какие-то, если серьезные изменения, то, конечно, там нужна будет лечебная физкультура. Вот. Лечебная физкультура у нас проводится в реабилитационном центре, поэтому проблем нет. Какие сейчас специалисты? Специалисты. Дальше, значит, обязательно надо окулиста посетить, потому что острота зрения, это влияет на то, что, на какой парте ребенок будет сидеть. Потому что того, что он будет не воспринимать то, что учитель пишет на доске, это очень будет плохо влиять на его, ну как, несостоятельность. То есть то, что он не видит, и он это не может произвести. Понимаете? И поэтому снижение зрения – это очень серьезно. Вот поэтому обязательно нужно пройти это, этого специалиста. Лор-врач, ну лор-врач как лор-врач, это, конечно, и аденоиды, и хронические тонзиллиты. То есть нужно смотреть, как ребенок это, может справиться в этот период, чтобы не заболеть сразу и не пропускать уже уроки. Также эндокринолог. Эндокринолог обязательно должен посмотреть щитовидную железу, вот, потому что сейчас, конечно, увеличились случаи рака щитовидной железы, причем у детей небольшого возраста. 8 лет есть, вот, и 10, и 7 лет. Поэтому обязательно щитовидная железа должна... Эндокринная система, она взагалі впливает на загальный стан, так, на то, как дитина себя відчуває. Ну, конечно. Вот. Теперь, значит, еще из специалистов у нас невролог. Ну, невролог, это она определяет, конечно, доктор, возможности ребенка, как у него неврологически, как он настроен. Психиатр – это психиатр, то есть он смотрит, как ребенок готов к школе, то есть как он воспринимает, ну, он спрашивает, посчитай, почитай. То есть, как вот он готов к школе, чтобы вот его будут просить там и читать ему надо будет, и писать ему надо будет, и считать ему надо будет. Поэтому, а потом... И что еще меркувати, про что расповедати. Да. Поэтому уже педиатр потом пишет заключительное. То есть, он заключение делает всех специалистов, определяет группу здоровья, определяет физкультурную группу и определяет физическое развитие, гармоничное или негармоничное. Потому что детей с лишним весом, с излишним весом, с ожирением сейчас очень много. Вот. И не надо запускать, да, это бабушка, это дедушка там накормил. Вот. Нужно, конечно, свое слово иметь и знать, что ребенку этого не надо.
так поправляться. Вот тут они приезжают с этих, с лета от бабушек. Ой, это бабушка хотела, это бабушка. Ну, бабушка тоже была молодая, она никогда, наверное, не думала, чтобы у нее дети были толстые. А вот внуков они улюбят и хотят, чтобы им что-то вкусненькое дать всегда. Извините. Щодо також фахівців і заключення. Якщо дитина вже пройшла це обстеження і раптом, чи буває таке, що можуть фахівці порекомендувати ще не вести дитину до школи? Ну, можуть вони рекомендувати, звісно, але самая большая рекомендація – це від родителів. Потому что родители больше видят своего ребенка, больше его знают. И они, вот многие приходят на осмотры и говорят, вы знаете, вот я, наверное, оставлю в детском саду, потому что он не готов. Угу. Вот мама, она все равно видит и физически, и, может быть, что-то вот, вот это восприятие, что тебе нужно будет читать, писать, считать. И она видит, что ребенок еще, ну, не очень готов. Поэтому они, да, пожалуйста, с 7 лет. У нас не запрещено, и в садике можно сделать заключение, в садике ребенка оставляют еще. Дуже гостре питання на сьогодні – це вакцинація дітей. Да, я хотела очень, да, профилактические прививки. В 6 лет по календарю идет прививка, ревакцинация против кори, паротита и краснухи. В данный момент у нас в Одессе уже 290 случаев кори. И даже есть 2 смертельных случая, которые дети перенесли корь, и у них осложнение – это пневмония. Пневмония очень тяжелая, которая не лечится так, как обычная пневмония, там, которая простудой вызывает. Вот. И в первую очередь сейчас детей нужно привить обязательно. И не надо думать, что вот мы отказались от прививки. Кстати, умерли дети непривитые. Абсолютно. Ни одной прививки не было у них. Я имею в виду против кори, паротита и краснухи. Первая делается в год, вторая ревакцинация делается в 6 лет. И я прошу обязательно обратить внимание, у кого нет такой прививки, пожалуйста, пересмотрите свои взгляды на профпрививки и придите, посоветуйтесь со мной, с врачами своими, участковыми, которые в вашей амбулатории, и нужно обязательно привить детей. Еще прививка календарная в 6 лет – это от дифтерии и столбняка. Вот. Она тоже делается в 6 лет, и, ну, в первую очередь мы сейчас стараемся привить против кори, потому что у нас в городе тоже уже 2 случая, правда, взрослые люди, но они ее привезли с Одессы. Чи правда пройшла інформація в інтернет-мережі, що дітей не провакцинованных від корі не пускатимуть до дитячих садочків та шкіл? Нет, такого нет, в Конституции такого нет, поэтому мы не имеем права, ну как, мы не то, что мы должны совместно с заведующей садом, они должны тоже давать допуск. Если они берут такого ребенка, вот, мы можем написать, например, прошел медосмотр, но не допущен детский сад, мы имеем на это право. Вот. А уже освіта, вона повинна рішати. Ну, хоча в Конституції є таке, що родители можуть там відмовитися від прививок. Ну, це чревато. Причому заболівають діти, які не привиті, і які отримують травму, а потім вони беззаговорочно прививають своїх дітей. Вот как это объяснить? Вначале он отказывается, когда должно быть по возрасту. Вот. А потом, значит, они безукоризненно все это прививают детей. Что можно чекати батькам в період адаптації дітей до школи, саме в плані здоров'я? Що можна спостерігати? Що сприймати як норму, а що має викликати нестороги? Ну, вот я говорила, что изменения будут в сердечно-сосудистой системе, в нервной системе. То есть ребенок будет, может быть, раздражительный, может быть, ребенок уставший, устал он. Может быть, ну, тоже коллектив, ты неизвестно, с какими
детьми, там ребенок, может быть, там простывшим, может, у кого аденоиды, то есть хроническая какая-то инфекция, понимаете, есть. То есть заразиться, сам переохладиться где-то. Ну, вот это уже в процессе, будем сколько так смотреть. Сколько тревает такой период адаптации до школы? До школы, я вам сказала, 2-3 недели и до 6. Угу. Тобто дитина, як до, шесть, до полугода дитина даже може також захворіти, хворіти дуже часто, так? Це як може відображення адаптації. Як при тому, коли приходиш у садочок, може бути так само там нежить, кашель, да, так? Да, да. І як батькам в цьому випадку поступати, особливо батькам тих дітей, які вперше прийшли в колектив. От ті, що діти були в садочку, то зрозуміло, вони там вже пройшли цей період адаптації, вони вже знають, що це таке, тут вони будуть цього притримуватись. У многих адаптація дуже довго длиться, це в садикі, я маю в виду, як говориться, почти как с каждых углов он пока не заболеет, не соберет всю инфекцию, то, в принципе, он может продолжать болеть. Но нужно тут смотреть, потому что, вот я еще раз повторяю, правильный режим, утренняя гимнастика и закаливание детей. Еще закаливание детей тоже. Можно начинать со стоп, контрастные ванночки, стопы можно и ручки вместе. 18 градусов и 38. Несколько раз туда-сюда ручки, ножки поперекладывать, опять-таки. Потом, значит, можно начинать закаливание, растирание груди, ручек, а потом уже спинка, потому что спинка более чувствительная. Вначале растирание, а потом уже можно обливание делать небольшими кружечками, чашечками. Вот, там, потому что закаливание это тоже хорошо. Вот если он утреннюю гимнастику сделал, принял душ или там контрастные, вот, позавтракал, с собой взял жидкость. Угу. Вот это вот я считаю, что это все-таки защита большая будет. І що батьки можуть очікувати, коли період адаптації затягнувся? В який період можуть здатися і сказати, можливо, ми повернемося в садочок? Ні, такого не буде. В садочок ніхто не повернеться, в принципі, тому що, ну, во-первых, це вже відповідальність учителя, тобто учитель буде нервничать, почему он не смог взаимопонимание наладить вместе с этим учеником. Вот. И в садик, конечно, он не пойдет, это нужно решать до того, как идти в школу. Ну, а в плане здоровья, если дитина от хворіє раптом? Ничего, она переболеет. Угу. Вот. Таких вот случаев, что вот по школам, я заведующая школьно-дошкольным отделением в школах, я очень часто бываю и все, но дети так сильно не болеют, все-таки дети у нас хорошие. А от норма дитина, скільки дитина в рік може в середньому заболіти, наприклад, ОРВІ, ОРЗ, такими от легкими? Ну, в середньому, якщо вважається, у нас часто болеючий ребенок, це 8 разів в год. Це буде часто хворіючий дитина? Це часто болеючий ребенок буде. 8 рік, да, на рік. Тобто, якщо 5, 6, 4 рази на рік, то це не... Ні, це не важливо, так. Да. Це не важливо. Це ну, норма. Ребенок без болезней не буде рости, тому що вони нас окружають везде. Вот. И как ребенок подготовлен, как подготовлена его иммунная система, так он будет реагировать. А коли лікар може сказати, що иммунна система ослаблена? Иммунная система ослаблена – это когда, конечно, мы анализы сдаем, вот, когда посмотреть, и бывает, бывает снижение иммунитета второго типа. Угу. То есть это как приобретенное. Но вот это вот надо стимулировать тем, что правильный режим ребенку создать. И это нужно делать с рождения, а не тогда, когда ребенок пошел в школу. До чого це я спитала? Тому що дуже багато мам у нас самі ставлять діагнози, що в них, в мене, в дитини імунна система ослаблена і складають для тої дитини. Ну, це модне слово може дати. Так. Тому я думаю, що вони також почули про це, що такий діагноз може поставити тільки фахівець, правильно? Звісно, звісно. А взагалі, конечно, якщо дотримуватись тих правил, які ви сьогодні почули, то, думаю, період адаптації до школи в плані здоров'я для вашої дитини пройде без проблем.
Головне – дотриматись, пройти всіх фахівців, зробити вакцинацію і дотриматись режиму дня і те, про що ми сьогодні говорили. Конечно. Еще я хотела, можно да. минутку? Я хотела еще, чтобы ребенок, вот время провождения, когда его свободное время, чтобы он не сидел у телевизора, у компьютера, вот, запишите в какую-то секцию, в бассейн обязательно, пройдите с ним по улице. Вот, просто вот ходьба. Ходьба тоже очень хорошо. Это все будет стимулировать его здоровье. Дякую вам за надані поради. Я сподіваюся, що завдяки їм наші діти все ж таки будуть здоровішими. З нами сьогодні була Світлана Ганжа, завідуюча шкільно-дошкільним відділенням міської дитячої поліклініки номер 3. Дякую вам ще раз. Будьте здорові, Спасибо. Будьте здорові наші глядачі. До побачення, до нових зустрічей. До свидання, будьте здоровими.